Всех приветствую на канале. Сегодня первая доставка Bonprix брюки. Вот так они пришли, DHL. Вот так они выглядят. Потом, ну, подробно все покажу. Я просто показываю, как они упаковывают. И обязательно каталог. Вот. Нам и так каталог на дом присылают. Вот так я просто... Такой приятный материал. Вот так сами выглядят брюки. Здесь вот такая строчка широкая. Карманов нет, как бы выточки. И внутри обязательно бирка Bonprix. Размер была европейский 44, у меня 50 размер. В талии немножко они мне свободные, резинку ушить нельзя. Но мне кажется, они подсядут, потому что состав 97% хлопок, 3 эластан. Стирать 40 градусов. У них разные цвета бывают, разные модели. Есть средний рост, маленький рост и высокий рост. Вот. Такая бирочка. Ну, и есть специальные выточки. Все прострочено, все аккуратненько. Черный цвет, классический, подойдет ко всему. Мне кажется, можно эти брюки даже носить, когда минус 5, даже с колготками. Вот. Просто жалко, что в наших обычных, ну, маркетинговых магазинах, к сожалению, нет больших размеров, максимум 48. И если у кого там широкие бедра или животик, шьют все на узких девочек, подростков. Вот. Но единственный минус, что к ним может, ну, как бы все прилипать. Проносить вы точно сможете год-два. Точно. Даже если у вас бывает такое, что у девушек бедра располагаются рядом, и со временем, ну, как бы вот здесь шов расходится, рвется. У меня вот такая проблема есть. Из-за этого я часто так, ну, меняю брюки, потому что у меня расположение бедер так. Эти брюки я могу вам спокойно рекомендовать. И далее покажу, как они выглядят на мне. Вот так смотрятся на мне брюки. Вот здесь немножко свободные. Можно и с колготками, и гулять, и в офис. Они классические, у них разные модели есть. Есть внизу зауженные, есть на резиночке, есть с кармашками. Ну, они стройнят. У кого широкие бедра и есть лишний животик, я рекомендую. Здесь даже резиночка, 97% хлопок. Вот, у них есть низкий рост, средний, высокий. И всего-то 1200-1300. Вот, все хорошо прострочено. Единственный минус, что, ну, прилипать будет, ну, для меня это ерунда. Вот, ссылочка будет в инфобоксе, так что брюки я могу рекомендовать. Пришла вторая посылка Bonprix. Почему-то они на следующий день еще одну посылку прислали. В один день они не могут, у них поставки странные. Ну, бывает такое, ну, вот, два дня подряд. Вот. Опять каталог. Кому-нибудь дадим, потому что второй не нужен. И сам бюстгальтер. Вот, потом подробно покажу. Два комплекта, стоили они 1290. Вот. Заказывала мама себе, потом подробно покажу, как, чего и что. Вот так выглядит бюстгальтер. В комплекте идут две штуки. Серый и, ну, такой зеленый, темно-зеленый. Он считается модель минимайзер. Стоили они 1290. Мама брала размер 95S. Идут в размер. Лямки регулируются. Вот есть такая широкая пройма. На косточках. Раз, два, три. Три уровня застежки. Такая лайка. Ну, я считаю, за 1290 рублей два бюстгальтера прекрасно. Размер ей подошел, она очень довольна. У кого большая грудь и кому надо, ну, приподнять грудь, чтобы хорошо смотрелось. И отличное кружево. Мне кажется, хороший и надолго хватит. Сами знаете, что сейчас бюстгальтер один стоит, начиная от 1000 рублей в любых масс-маркетах, магазинах. Bonprix качеству я доверяю. И давайте я второй вам покажу. И вот серый. Такая под
подкладочка. Тоже лямки регулируются. Вот, видите? Красиво очень. Показывать, конечно, я же не буду, потому что это не очень прилично. Ну, как он смотрится, я просто покажу материал. Информация обязательно будет в инфобоксе. На каждый день, мне кажется, вообще идеально. Даже под футболку, под кофточку, под блузку. Что тут написано? Так. 86 полиамид, 14 эластан. Размер 42C, 110, 95C. Вот. У них бывают и распродажи, и у них бывают и из хлопка разные. Вот. Так что мама у меня очень довольна. Мы очень довольны заказом. Со временем, может быть, еще что-то будем заказывать, но пока нам ничего не нужно. Вот. Все ссылочки будут в инфобоксе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду от вас комментариев, лайков. И жду от вас отзывов, что вы заказываете в Бонприкс и что вам нравится, если вы заказывали. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.